Ребятки, мы в Турции. Нашей бандой хаваем люля-кебабы. Спайси. Посмотрите, у Роберта такое красное лицо уже от спайси. Русланчик нас сюда завел. Вот, гуляем в Эфесе. Смотрим красивые развалинки. Интересно, вот сейчас туда пойдем. Смотрите, там какая бандура. Классно. Вот еще что-то откапывают здесь. Так интересно, они здесь. Блин, а чуть не упал. Это темница была для тех, кто делает, не делает ЛТО. Это для тех, кто делает ЛТО. Открытое помещение. Слушай, смотрите, надписи, смотрите, видели? Греческие надписи. Обалдеть. Сколько тысяч лет прошло с момента нанесения вот этих надписей. Обалденно. Это, друзья, библиотека. Древняя библиотека. А вот это вход в театр, который вмещал 25 тысяч человек. Короче, Лужники. Театра. Пардон. Нет, это не театр, это библиотека. Вот библиотека, да. Вон и библиотеки, сфоткайтесь, а потом пойдем. Привет, банда. Передаю вам привет из древнего города Эфес. Марина, пойдешь камень обнимать? Магеррам что-то везде какие-то подвохи ищет. Колонны. Смотрите, какие колонны. Мраморные колонны. Красота. Ребята, посмотрите, на скольки нас автобусах привезли. Видите? Портянка какая длинная. Друзья, мы отплываем. Осталось буквально 3 минутки. Спасибо Кушадасы за гостеприимство, за вкусный люля-кебаб, за самую крутую почту.